Все, я открываю. Тут походу пофиксили. А нет. Привет, торговчане. А вот и свежая порция статистики. Как мы договаривались в прошлом сезоне, здесь будет два варианта открытия. При первом варианте мы вскрываем его просто ключом, как и всегда. А вот при втором предварительно вкалываем в себя препарат. Правда, его походу переработали, и теперь он работает иначе, но в прошлом сезоне зрители просили в комментариях это сделать, так что исправляю сейчас. Опять же, для наглядности, половина видосика без препарата, вторая половина с. Ну и на всякий случай вместо музыки оставил свои комментарии, которые были в процессе вскрытия. Ой, даже не лег. Сколько раз меня убьют, ты увидишь сам. А вот за все это время мне удалось два ящика открыть без ключей. Ну, то бишь, я убивал тех, кто их открывал для меня. Суммарно получилось порядка 35 открытий. И да, досмотрев видео до конца, ты приблизительно для себя сможешь прикинуть, стоит вообще ключ штурмана того, чтобы его покупать на барахолке, или же нет. Надеюсь, эта информация будет полезна в текущем сезоне. Ледоруб. Пошли мне ледоруб, Никитушка. Ждешь? Я тоже. Конечно. Родимый ты наш. Не убивайте Дениску. Он очень хозяйственный мужик. А, да, препарат взять. В следующий раз. Опять я препарат не взял. Каждый раз хочу и каждый раз не беру. Ай, он не лег. Не дадут залутать тайник. Блин, ну почему в тот единственный раз я не смог лечь, когда мне в голову сегодня прилетело? Ледоруб. Все это было не зря хотя бы, а? Дешевый. Ну, один раз живем. Мангари воюет, успеваю. Надеюсь. Особенно если он меня не видел. Эх. Очень страшно. Могло бы два ледоруба быть. Вот только не стреляй. Не стреляй по-братски. Не стреляй, ругайся. Вот это все можно, а стрелять не надо. Все, вроде бы никого. Быстрей, 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 быстрей. Можно было, конечно, дымовую завесу поставить. Давайте без стволов, а? Ну, по-братски, дайте мне маленький лут. Необъемный. Закрыл и лег такой. Без палева. Опять я не вколол препарат. Какие отчаянные.
препарат не вколол. Блин, опять я препарат не вколол, хотя здесь, наверное, это оправдание. Смешно это был чувака, судя по всему. Так, ложка 1060. А вот так могут два ледоруба заспауниться. Как два ключа одинаковых. По-моему, никакой разницы. Давайте, Дениса. Он хочет снимать контент для зрителей. Я не чувствую разницы, что с, что без. Васап. Еще ключик с собой брать, да? Да, чатик, давай, хватит душить, я вижу комментарий, пишите, душьте. Страшно, блин. Кутенку опять дает. Нагло, конечно. Кстати, в этот раз забитое. Первый раз так. Это не сказать, что что-то ценное. Дострелялся. Дорога за раз. Напоминаю, мы тестируем тайник штурмана на ценные вещи. Ребята попросили, я пообещал сделать. Я как бы без него выкладывал видосики два или три раза. Ну, теперь с ним. Ну, не поминайте лихом, если опять пристрелят. Ты не лег. Вот почему ты в прошлый раз не лег? А еще и без сумки. Что-то вообще не густо. Сидя. Походу, да, надо сидя, не стоя. О. Стоя тоже можно лечь. Совсем не густо. Рога. Вон он! Си, сохрани, Никита Баянов.
хотя бы не пусто. Материал собирался на протяжении 2-3 недель, пока я охотился за боссом. 25 убийств по квесту охотник. А в этот раз, к сожалению, ни с босса, ни с тайника не выпало ни одного ледоруба. Впрочем, ты и сам все видел. Огромное спасибо за поддержку, особенно пока я валяюсь дома с переломом ноги. Услышимся. Пока. А включим, когда будет что-то еще интересное. Ну, да. Чирик-чирик. Давай, на пике чирик-чирик и не отключаемся. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик.